ученица Захаровской средней школы номер 1 Баранова Дарья. Ирина Пивоварова. Сказка «О чем думает моя голова». Если вы думаете, что я учусь хорошо, то вы ошибаетесь. Я учусь... Неважно. Почему-то все считают, что я способная, но ленивая. Я не знаю, способная я, не способная, но зато я точно знаю, что я не ленивая. Я по 3 часа сижу с задачами. Вот, например, сейчас я сижу и изо всех сил хочу решить задачу. А она не решается. Я говорю маме: «Мам, у меня задачка не получается». «Не ленись», — говорит мама. «Подумай хорошенько, и все получится. Только хорошенько подумай». Она уходит по делам, а я беру голову обеими руками и говорю ей: «Думай, голова, думай хорошенько. Из пункта А в пункт Б вышли 2 пешехода. Голова, ты почему не думаешь? Ну, голова, ну думай, пожалуйста. Ну, что тебе стоит?» За окном плывет облачко. Оно легкое, как пух. Вот оно остановилось. Нет, плывет дальше. Голова, о чем ты думаешь? Как тебе не стыдно? Из пункта А в пункт Б вышли 2 пешехода. Люська, наверное, тоже вышла. Она уже гуляет. Если бы она подошла ко мне первая, я бы ее, конечно, простила. Но разве она подойдет? Такая вредина. Из пункта А в пункт Б. Нет, она не подойдет. Наоборот, когда я выйду во двор, она уже под руку Лену и будет с ней шептаться. А потом она подойдет к ней и скажет: «Лен, пошли ко мне, у меня что-то есть». Они уйдут, а потом сядут на подоконник и будут смеяться и грызть семечки. Из пункта А в пункт, в пункт. А я тогда возьму и запульну чем прямо в ее окно. Стекло дзынь и разлетится. Пусть знает. Так, я уже устала думать. Думай, не думай, задачка не получается. Просто ужас, какая задачка сложная. Вот пойду погуляю и снова стану думать. Я закрыла задачник и выглянула в окно. Во дворе гуляла одна Люська. Она прыгала в классике. Я вышла во двор и села на лавочку. Люська украдкой посмотрела на меня и покраснела, как рак. Она подергала себя за косичку, потом сняла с рукава нитку, а потом посмотрела на дерево и сказала: «Люсь, давай в классике». «Давай», — сказала я. Мы попрыгали в классике, а потом я пошла домой решать свою задачу. Только я села за стол, пришла мама. «Ну, как задачка? Не получается». «Но ведь ты уже 2 часа над ней сидишь. Это просто ужас, что такое. Задаю детям какие-то головоломки. Ну-ка, давай, показывай свою задачу. Может, у меня получится? Я все-таки институт кончала». Так. Из пункта А в пункт Б вышли 2 пешехода. Постой, постой. Кажется, эта задача мне знакома. Да точно. Вы ведь ее в прошлый раз вместе с папой решили. Я прекрасно помню. Как? Удивилась я. Неужели?
рассердилась. Это возмутительно! Это неслыханно! Это безобразие! Где твоя голова? О чем она только думает?